Максим стал участником клуба ВАЗ-2101 Иваново абсолютно случайно. Свою машину, как брошенную дворняжку, он нашел в одном из спальных районов города. Без стекол, со спущенными колесами, с облупившейся краской. Заплатив бывшему хозяину символическую плату, молодой человек стал обладателем собственной копейки. Починил, покрасил, и теперь на улицах города автомобиль Максима выглядит куда эпатажней любой иномарки. Ну, знаете, как бы выделяться толпы тоже как бы хочется, и знаете, автомобиль достаточно дешево, то есть обслуживать его можно даже на коленке собрать и починить, и на дороге и так далее. Иномарка — это, конечно, комфорт, но дорого все равно. То есть. На своем ВАЗе Антон Галичев выезжает только в хорошую погоду. Так поступал и предыдущий хозяин. Зимой или в дождь копейка обитает в гараже. Потому и сохранилась почти как новенькая, в родной краске. Для нынешнего владельца его ВАЗ – дорогой сердцу привет из детства. Ностальгия, детство, как бы, это наши времена, наша история, как бы, так понравилось. Состояние хорошее просто такое. Иномарок полно у всех, а таких не всегда увидишь. Клуб любителей ВАЗ-2101 в Иванове был создан 4 года назад. Среди ценителей советской классики очень много молодых людей. Говорят, делали тогда машины на совесть. Копейку перестали выпускать в конце 80-х, а она и сегодня пользуется спросом. Многие берут ее в качестве пробной машины для опыта, а потом, как с первой любовью, не могут расстаться. Первая машина, не хотелось дорогую, хотелось просто что-то простое такое, научиться ездить. Но в итоге понравилось почему-то, что-то в плавности линии этих, что-то зацепило, привлекло, и дальше понеслось, как говорится. Это ВАЗ 74-го года выпуска. Среди представленных здесь его возраст самый почтенный. Куплен «Жигуль» был в Иванове, дедом нынешнего хозяина Ильи. Машина семейная, никогда не подводила. Теперь настало время отплатить копейки тем же рублем. Время, конечно, не пощадило. В планах все это дело восстановить до заводского состояния. Некоторые запчасти уже закуплены. Закуплены крылья. Мы это все, всю ржавчину зачистим, все обрежем лишнее, заварим новое, покрасим, будет ездить на выставке. В Ивановском клубе любителей ВАЗ-2101 принято отмечать две даты. 19 апреля, день выпуска первой копейки, и 14 февраля, собственно, создание самого клуба. Но поводов, чтобы собраться, у ценителей старины, конечно, гораздо больше. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.